Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами продолжаем нашу работу по программированию микроконтроллеров STM32. И нашу работу мы также продолжаем с шиной USART контроллера STM32F1 с применением библиотеки CMSys. В данном уроке мы поработаем с возможностью использования периферии DMA при передаче данных по интерфейсу USART. С применением DMA в работе с модулем USART мы уже знакомы из урока 15 и из урока 164. Ну, конечно, тогда мы использовали не CMSys, мы использовали HAL, мы использовали LL, но тем не менее со спецификой применения DMA мы познакомились полностью. Также, как работать с DMA и как его настраивать при использовании библиотеки CMSys, мы с вами знаем не понаслышке. Мы работали с данной периферией в уроке 176 и в уроке 178, уже с CMSys. Но, правда, там был mem2mem и был SPI. Ну, практически это, можно сказать, то же самое. Схема наша также со времен трех занятий по USART никаким образом не изменилась. Вот она схема, я уже все подключил, логический анализатор, надеюсь, сегодня с ним таких проблем не будет, как в прошлом уроке. Ну вот так, положим наши эти все циферки, горящие, в уголочек. И начнем свою работу с проектом, который был сделан из проекта прошлого занятия с именем int и получил имя DMA. Ну, не только имя. Имя он получил то же самое. Он получил постфикс DMA. Запустим наш проект. Откроем main.c. Ну и первым делом мы удалим вот этот вот флаг, переменную для данных. И вместо этого мы добавим с вами раздельные пользовательские флаги для отслеживания окончания приема всего пакета и также передачи всего пакета. Также мы удалим вот эти все символьные массивы неинициализированные, добавим один инициализированный, который мы будем с вами передавать в компьютер, и один неинициализированный на 256 элементов 8-битных. Ну, все практически то же самое мы будем делать, то, что мы и делали с вами в 164-м уроке. Теперь добавим функцию инициализации DMA куда-нибудь перед инициализацией USART. Это мы тут с вами разберемся. Ну, в принципе, вот эту функцию давайте вообще удалим, чтобы она здесь нам не мозолила глаза. Вот. Ну, здесь все то же самое, тоже как в 164-м уроке, и практически так же, как и в уроке с SPI. То есть, ну, по сравнению с 164-м уроком, здесь просто используется функционал библиотеки CMSys вместо LL. А так, в принципе, то же самое. Мы тактирование включили DMA нашего первого, и затем включили прерывание. Основная работа будет с DMA вот здесь вот, в инициализации USART, в которую мы сначала удалим включение, ну, разрешение глобальных прерываний. От USART нам это не нужно, мы от DMA будем прерываниями пользоваться. Ну и вместо вот этого вот включения всяческих тут прерываний мы с вами сюда добавим инициализацию нашего DMA. Практически вся инициализация, она та же самая, как в автогенерации LL, то есть там она автогенерировалась кубом, и практически, если брать CMSys, то точно такая же она абсолютно, как и при работе с SPI. Но здесь каналы немножко только другие, так сказать. Там были у нас, по-моему, второй и третий, насколько мне память не изменяет, здесь пятый и четвертый. А так все, в принципе, одно и то же. Затем не забываем вызвать данную функцию в мейне. Порой многие забывают, потом у них не работает, но напишут функцию инициализации, не вызовут ее, конечно, никакой инициализации тут не будет. Локальные прерывания мы тоже здесь уберем от USART, они нам также не нужны. Мы все локальные прерывания сейчас настроим от DMA, в котором мы сначала отключим все каналы. И да, я удалил весь код, чтобы не пестрил с бесконечного цикла, с тела, с его, то есть. Вот, мы отключили все каналы DMA. Затем мы очистим все флаги прерываний. Затем мы с вами разрешим запросы DMA в USART 1. Вот. CR3 это не канал, это регистр такой. Там очень много управляющих регистров, что даже есть и третий. Вот тут вот некрасиво, вот так красиво. Потом разрешим прерывание по событиям ошибки окончания передачи для каналов DMA. Так, разрешили. Ну и
определим адреса, сконфигурируем их для каждого канала. Потому что мы делали для SPI в бесконечном цикле, когда там обмен шел у нас, потому что там адреса немножко менялись, а здесь адреса будут постоянные, то есть адрес буфера приема, адрес буфера передач не будет меняться. И также, конечно, и вот этот адрес, он само собой тоже меняться не будет. Затем, пока мы не будем ничего писать в бесконечный цикл, это мы еще с вами успеем. Вот там у нас внизу уже пестрит вот этот обработчик с флагами. Мы его удалим вместе с телом. Вместо него добавляем два обработчика от Димы первого. То есть обработчик события от канала 4 и от канала 5, в которых. То есть вот здесь вот 4 канал у нас отвечает за передачу. Если мы сюда попали, значит произошло событие у этого канала. Но если мы считали именно флаг установленный, что у нас окончание передачи, значит, это окончание передачи, то есть нашей в ПК. Поэтому мы флаг данный сбрасываем и устанавливаем свой пользовательский, который мы потом поймаем там в функции передачи. Если у нас ошибка, то мы не будем никак обрабатывать, просто отключим наш канал и все. То же самое мы проделаем с каналом 5, но это будет уже гласить о том, что у нас с вами прием закончен от компьютера. Мы устанавливаем флаг, а если ошибка, то также отключаем каналы и разбираемся потом с ошибкой. Надеюсь, что Бог даст, у нас не будет никаких с вами ошибок. Так как не нужны они нам, уже пора бы нам и без ошибок обходиться как-то. Теперь в функции usart.tx, который для приема, из-за того, что там очень кардинально поменяется код, мы его вообще удалим из тела и добавим другой. То есть мы отключаем сначала канал 4, потом мы с вами устанавливаем размер заново, потому что он у нас вот здесь вот декрементируется постоянно, здесь 0. Его нужно вернуть. Это во-первых. Во-вторых, мало ли мы решим здесь какой-то другой размер передавать. Поэтому размер мы настраиваем. А вот в случае с SPI мы там еще буферы настраивали приемы передачи. А здесь только размер. И устанавливаем бит вот этот вот enable для 4 канал, который его и включит. И пойдет у нас работа DMA. И он опять же будет ожидать передачу от нас. Ну да. Включаем наш канал, все, и у нас, да, сетбит, все правильно. Все мы делаем точно так же, как и в роке 164 здесь. То есть дождались флага, все, включили мы канал, и пошла у нас передача, все правильно. И здесь вот мы висим, ну, можем тут что-то делать, здесь сплясать, спеть, вот в этих вот двух фигурных скобочках, шучу я, конечно. Дождались флага, сбросили его, и все, и ушли отсюда. Пока не вызовем ее еще раз. И подобной функции будет у нас для приема то же самое. То есть мы, когда вызываем функцию приема, мы ей также передаем и размер, и также ей передаем и указатель на буфер, куда у нас будут валиться данные, пришедшие от компьютера по усарту. То есть и здесь также мы же даем принимать-то это заблаговременно, вызываем данную функцию. Поэтому мы отключили с вами буфер, канал 5 DMA, размер установили, включили канал, и здесь также пляшем, поем, ждем установки вот этого флага. Как только установился, мы его сбрасываем, и все, убежали с этой функции. То есть у нас с вами принят полностью пакет. Поэтому теперь в бесконечном цикле мы просто с вами вызываем данные функции. Ну, не просто вызываем, кое-что мы еще тут делаем. То есть мы сначала с вами вызываем функции. Сначала приема, показываем ей буфер, куда принимать, показываем ей размер, то есть передаем размер, что мы 256 должны принять байтов. Затем мы дожидаемся там, все это принимаем, у нас в буфере уже данные находятся, и передаем в ответ с вами мы свою строку, там у нас такая с текстиком. И на первоначальном слайде было видно этот текст, что он у нас с вами должен приняться в терминальной программе. В ответ на передачу оттуда. То есть там все наоборот происходит. Очищаем не дисплей, индикатор наш, на котором сейчас там все восьмерочки горят. Ну, надеюсь, они не будут гореть у нас. С восьмерками мы когда-то справились, тоже они нас мучили. И показываем на нашем индикаторе все наши принятые байты в символьном виде. С
перерывом в 0,01 секунды. То есть, по идее, мы должны с вами 256 символов, ну, где-то, не знаю, за сколько времени показать. Секунды, может быть, за 3. Но это не важно. Все, в принципе, вот он и весь код. Осталось нам собрать его, прошить его в контроллер, и там у нас теперь убывающие циферки висят, пока они ждут, когда придет пакет у нас с персонального компьютера с нашего. Поэтому вот такой вот скрипт. Скрипт такой же, как в 164 уроке. Он у нас был сохранен под таким вот именем. Вот я его открыл. То есть у нас COM5 на данный момент. Коннектимся и жмем Run. У нас побежали циферки. И в ответ уже пришла строка, да, от нас, от контроллера. Вот так она и будет приходить. То есть здесь мы 5 секунд вот ждем в скрипте. И так бесконечно, покуда мы не остановим скрипт, либо не отконнектимся. Давайте еще в логическом анализе поглядим. Заранее предупреждаю, что строка, вернее, не строка, а поток символов из ПК будет рваным. То есть здесь так работает. Я так думаю, что это из-за того, что у меня USB-микрофон. Ну, может, еще и не из-за того. То есть, ну, когда я на другой машине все это прогоняю, у меня там все нормально. То есть, сейчас я даже покажу вам то, что я добавил на сайт скриншот. Это скриншот честный. Вот тут наш уже урок. Он скоро тоже в паблик выйдет. Вот у нас идут 0,1. Вот так вот подряд. А сейчас увидите, что у нас будет здесь, с персонального компьютера. Тем не менее, все байты приняты. То есть то, что они идут оттуда не подряд, у нас DMA это все понимает. То есть он не пытается там принимать какой-то пустой пакет, в котором нет синхронизации. Он все правильно работает. То есть и наш USART все правильно работает. Хотя синхронизации там ее и нет. То есть нет байтов, мы их и не принимаем. Не пытаемся принять что-то и не висим. Что наш МК работает все правильно. Ну вот, у нас тут все настроено. То есть здесь я настроил обычные символы, потому что здесь наша будет передаваемая строка в ПК, а здесь десятичные числа. Да? Триггер я вообще никакой не ставил. Ну, в принципе, можно и поставить какой-нибудь вот такой. Только, наверное, не здесь его поставить нужно, а поставить его нужно вот здесь, где мы от ПК ждем. Вот, тогда будет интересней. Ну, он у нас уже все сделал. Так, смотрим. Вот они, наши циферки пришли, все числа, то есть. Смотрим, какие они тут у нас рваные. Видите, вот по сравнению с тем, что я вам показал, как на другой машине. Но, тем не менее, они не пропускаются, они пришли все. То, что они там рваные, это уже проблема ПК. От нас вот идет все четко. То есть это не проблема МК, потому что код тот же самый работает. Разные компьютеры, один и тот же контроллер с одним и том же кодом. Там рваный, там тут не рваный, значит, виноват ПК. Это уже точно. А вот наши вот строки как уходят. Тут ни одного нигде нету тайм-аута. Вот, прямо сразу. Все передается. Так что в данный момент, слава богу, обошлись мы без ошибок. Итак, подведем небольшие, подобьем итоги. На данном занятии мы научились использовать периферии DMA для обеспечения передачи и прием данных по USART, используя при этом возможность библиотеки CMSys. Всем спасибо за внимание. Возможно, в следующем занятии мы поговорим с вами о АЦП, который нами был немножко незаслуженно забыт. Там очень много, ведь, как мы знаем, всяческих режимов. Там и инжектированные, и обычные регулярные, и там сканирование идет непрерывное, прерывное, вообще без сканирования, со сканированием каналов, причем сканирование там по списку каналов, можно там 3-й, 1-й, 4-й, 2-й настроить, будет последовательность, много там чего, но я думаю, я такую подборку сделаю, чтобы нам все их не проходить, иначе мы на год затянем работу с
АЦП, причем нам же надо еще с Lowflyer с ним поработать. Я думаю, не будем мы работать с HAL. Мы с ним уже работали. Правда, с F4 контроллером. Я думаю, что не нужно делать занятия. Еще одно отдельное для контроллера F1 на HAL, потому что там ничего не отличается абсолютно. То есть, ну, я думаю, если вы попытаетесь с HAL, вы его сами сделаете. Такой проект, если что, вопрос будет, пишите. Хоть в личку, хоть куда, я отвечу. Ну, шибко, конечно, не злоупотребляйте, не атакуйте. Вот, поэтому будет с LL, с CMCS, ну, ассемблер у нас в перспективе. Также у нас начали выходить уроки на канале по контроллеру ESP, ну, вернее, вру, не начали, а продолжились они. То есть у нас пятый урок, мы уже пишем там, пытаемся настроить среду и написать свою прошивку независимую, то есть никакую не айтишную. То есть вот так, начинаем с GPIO, как всегда, мигаем светодиодом, но свои там интересные вещи есть. То есть кому интересен модуль такой ESP, 8266, то смотрите, а он многим интересен, потому что как бы его не ругали, но пока, я не знаю, я спрашиваю у тех, кто ругает, а вы предложите мне другую альтернативу, чтобы, ну, как бы по цене был приблизительно такой же, пусть даже в 3 раза дороже, но по функционалу такой же, но была бы там прекрасная, чтобы поддержка, как вот у STM, надо отдать должное разработчику контроллеров STM и производителю за огромное спасибо им за такую вот поддержку техническую. У Espressif, конечно, пока такого нет. Но уже гораздо лучше. Вы вспомните, что было годик 3 назад. Сейчас там все немножко по-другому. Так что будем ожидать от них тоже немножко каких-то подвижек. Ну, вот так вот. Все, что хотел, я вам сказал. На этом разрешите с вами попрощаться. Жмите кнопочку «Мне нравится», если вам понравился данный урок. Также подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, всего хорошего, всем доброго здоровья.